Сегодня утром на пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Электропаращиков произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель «Лады Гранты» начал разворачиваться недалеко от остановки «Дом торговли», не уступив автомобилю, имевшему преимущество. Подробности аварии и их последствия в нашем следующем сюжете. На данном участке дороги авариями уже никого не удивишь. Сегодня тут вновь столкнулись две машины – «Лада Гранта» и ВАЗ-2115. В результате ДТП один из автомобилей вынесла за пределы дороги и перевернула. К счастью, водители машин были пристегнуты, благодаря чему им удалось избежать серьезных травм. Но неизвестно, сколько еще автомобилей и их пассажиров пострадают на данном участке. Данный перекресток является действительно у нас очагом дорожно-транспортного происшествия в течение года, потому что отсутствие светофора, опорного объекта и дополнительных организационных мер по обеспечению безопасного дорожного движения. Но в связи с этим нами был уже поднят вопрос в администрации, и на следующий год администрация должна заложить финансовые потоки для того, чтобы установить на этом перекрестке светофорный объект и перенести остановочный павильон чуть выше бульвара Электроаппаратчиков.